BMW 5 вошел в историю автомобилестроения как ангел барокко. Этот седан класса люкс произвел фурор среди отраслевых СМИ и автолюбителей. Прежде в Германии не часто можно было увидеть автомобиль с такими изящными линиями кузова. Роскошь и изящество, воплощенные в самобытном дизайне. На сегодняшний день это один из последних автомобилей, выполненных в подобном стиле. Изящные изгибы линий, четкая форма крыла. Величественная красота BMW 5 — это и особая эстетика, и определенная веха в истории автомобилей марки BMW. BMW 5 сошел с конвейера мюнхенского завода BMW в 1952 году и был первым автомобилем, выпущенным баварскими заводами после войны. Теперь отчетливо видны совершенные формы линейки BMW. За последующие 11 лет было выпущено 22 тысячи экземпляров BMW 501 и его последователя 502. Проверка сердца и мозга точно как у человека. Словно врачи и инженеры прислушиваются к работе двигателя сердца BMW. И чтобы услышать, надо было вслушиваться. Однако главным в двигателе BMW 502 была не бесшумность работы. Это был мощный двигатель с сильной тягой и одновременно бесшумный. BMW 502 олицетворял новую культуру вождения и удовольствие в чистом виде. Восьмицилиндровый двигатель мощностью 160 лошадиных сил делал его самым быстрым седаном в Германии. Автомобиль вновь доказал свои выдающиеся качества и способность отвечать самым высоким требованиям. Даже в самых сложных соревнованиях он стойко выдерживал любую нагрузку. И все же дорогу к клиенту автомобиль находил не всегда. Лишь немногие могли позволить себе роскошь ангела барокко при базовой цене около 50 тысяч немецких марок. Для сравнения, по тем временам жалование учителей было от 200 до 300 марок в месяц. То есть, чтобы приобрести BMW 501 учителю гимназии, например, потребовалось бы 5-6 годовых окладов, поэтому круг покупателей был весьма ограничен. Итак, автомобиль высшего класса. Счастливого пути с BMW! Но прежде всего, модель определила направление развития предприятия. Оглядываясь назад, понимаешь, насколько было важно, что компания BMW вернулась на автомобильный рынок именно с таким высококлассным автомобилем, а не с малолитражкой, например, и сразу оказалась в центре внимания. Итак, ангел барокко стал синонимом того, что выражает BMW до сих пор. Эстетики, динамики и удовольствие от вождения.